В учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия предотвращены очередные попытки доставки запрещенных предметов. Сотрудникам исправительной колонии номер 5 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 3,5 годам лишения свободы от жительницы Нижегородской области, в настольном зеркале были обнаружены изъяты 2 мобильных телефона. В лечебно-профилактическом учреждении номер 21 сотрудниками при досмотре посылки от жительницы Москвы для осужденного к 8 годам лишения свободы были обнаружены изъяты телефон, сим-карта, зарядное устройство и гарнитура. Проводятся проверки. Сотрудниками исправительной колонии номер 11 на режимной территории в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Саранска, у которого были обнаружены и изъяты 4 свертка, предназначенные для доставки на территорию колонии путем переброса через основное ограждение. В свертках находились 6 сотовых телефонов. Составлен протокол об административном правонарушении. Марина Ханиева, начальник пресс-службы УСИН России по Республике Мордовия.